Привет всем! Сегодня понедельник, солнечный день. И мы едем... Куда мы едем? В гости. В гости. Еще раз привет всем. Я хочу поговорить о подписчиках. На моем канале постоянно отписываются люди каждый день по 2, по 3 подписчика. Я не могу понять, почему. Либо это закрываются каналы, либо это люди просто отписываются, я не знаю. И даже не знаю, что я сделаю не так, что я снимаю не так, не знаю, в чем причина. Вот мы сейчас будем проезжать самый большой торговый центр Акрополис. Если вы слышали, вот он. Громаднейший такой. Тут его надпись. Вот. И чуть-чуть дальше, буквально одну остановку проехать, находится второй большой центр ОЗАС. Мне ОЗАС почему-то больше нравится, я не знаю, он, ну, вообще, во-первых, он меньше и, не знаю, мне там как-то уютнее. Акрополис очень большой магазин, там очень много магазинов. Вот мы видим вот там, на той стороне, вот сейчас, вот видите ОЗАС. Вот. Машина едет, нам не видно. Тоже такой громаднейший, длинный. И рядом с этим магазином аквапарк Вещи, в котором я ни разу не была, хотя у меня абонемент с Нового года куплен, да. И вот мы с мужем купили вот такой видеорегистратор. Вот он у нас висит на стекле, и мы едем, и он все-все фиксирует. Потому что у нас на дороге очень много аварий, много случаев, и чтобы что-то доказать или что-то, вот, мы специально это вот купили. Видеорегистратор. Сколько мы за него платили? 30. Мы за него платили 30 евро. Это не самый лучший, но, наверное, из худших таких. Есть там, там были еще подешевле, да? Были подешевле, но хороший, наверное, стоит где-то 100-200 евро. Это уже крутой там. Но единственное преимущество, что он снимает ночью. Что еще там у него? Кто знает. Так далеко мы еще не входили. Да, мы еще далеко не под... так не заходили, но мы включали в компьютер и... То есть мы там... просматривали, делали перемотку записи. Кстати, когда машина... Подожди, когда машина... ты машину выходишь, он отключается, да, или нет? Можно сделать, чтобы не отключался. А, ну вот. Настройки надо менять. Да, надо менять настройки. И... То есть, когда мы выходим, сейчас он отключается. А так мы снимаем, когда едем. Надо менять настройки. Ну вот, пока все. Едем дальше. Привет-привет всем! Посмотрите, какая тачка! Ха-ха-ха. Так, Тесла Model. Далее какая космическая просто. О-о-о-о-о-о. Крутая. А на этом все. Спасибо за просмотр. И до скорой встречи в следующем видео.